Единоборство на высоте, доказывают междуреченские девушки. На международном турнире по вольной борьбе наша спортсменка Надежда Спицына стала бронзовым призером. Хорошие новости из Владикавказа. Первенство Европы по боксу принесло междуреченке Екатерине Дынник золото. В первенстве Европы приняли участие представители 38 стран. В итоге российская сборная завоевала 15 наград – 12 золотых, 2 серебряные и 1 бронзовую. А сейчас подробнее о боях Екатерины Дынник. Междуреченка выступала в весе до 64 килограмм. Полуфинал провела с соперницей из Нидерландов. Но не все было так гладко. За выход в финал пришлось побороться. Воспитанница Николая Федорченко пробилась в финал. Екатерина Дынник встретилась с соперницей из Армении. В итоге победа. Екатерина Дынник, Россия, в этом бою раздельным решением судей одержала победу и стала победительницей первенства Европы Екатерина Дынник, Россия.